Прошу разрешения пустить газ в связку. Спасибо за работу. Пуск газа разрешаю. Знаковый момент не только для Химок, но и для области. Легким движением руки генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов и глава округа открывают новую страницу газоснабжения города. Теперь газораспределительные станции «Сходня» и «Химки» открыты для подключения новых абонентов в радиусе 30 километров. Значит, более чем для 6 тысяч человек условия проживания станут намного комфортнее. Голубое топливо сделает быт гораздо проще. Раньше эти территории считали проблемными. Газораспределительным станциям не хватало мощностей. Проблему решили путем строительства закольцовок между сетями. Мы оцениваем мощность текущего сооружения порядка 20-30 тысяч часового расхода газа. То есть это достаточно большой объем газа, который, мы надеемся, даже уверены, по нашим расчетам, на долгое время снимет проблему на этой территории. По предварительным оценкам, этого газа хватит на 5-10 лет, в зависимости от скорости освоения территории. Как отметил Дмитрий Волошин, потребление ресурсов будет проходить быстро. В первую очередь, это возможности. А возможности нам дадут развивать наши земельные участки, развивать город. И без газа, конечно, это не представляется возможным делать в тех темпах, на которые сегодня Химки рассчитывают. Поэтому для нас это важное событие, знаковое, можно так смело сказать. И мы вам благодарны. Спасибо. За объект руководства Мособлгаза спокойно, ведь здесь использовано самое технологичное оборудование, отвечающее всем современным требованиям. Автоматизированный учет газа, резервные линии на случай нештатных ситуаций. Отметим, в регионе сейчас реконструируют закрытые газораспределительные станции, строят новые газопроводы. Снять все ограничения на подключение к сетям планируют к 2023 году. Ксения Брагина, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.